в занятиях математикой важно создать атмосферу. Должно быть сразу интересно, должно быть захватывающе. Так вот ставим доску, и я с сыном занимаюсь математикой, пишу ему всякие разные выкладки на доске, он слушает, смотрит, там что-то сам пишет тоже. Что математика — это здорово, но трудно, трудно. Там слишком много всяких шокирующих вещей, вещей, которые сначала просто вообще никак не лезут в голову. И не надо заставлять ребенка зубрить. Родители сначала должны все сами переработать, да, и рассказать ребенку, показать разнообразие математики с самого начала. Даже на уровне терминов, на уровне понятий, знакомство с математикой — это важно. Все это очень развивает. Сначала ребенок запоминает термины, потом ребенок запоминает понятия, потом он запоминает какую-то канву, он привыкает, и это становится частью его знаний. Даже если ребенок через там 3 месяца забывает то, о чем вы с ним говорили, это не страшно. У него остается ощущение, что он это уже знает. Знание — это во многом привыкание. То есть когда-то нужно начать, чтобы привыкнуть. Итак, займемся двоичной системой исчисления. Что такое двоичный код? Давайте сначала порассуждаем, где мы можем встретиться с ситуацией, где у нас числа, какие-то величины выражаются с помощью нуля и единицы. Потому что двоичный код – это запись числа с помощью 2 цифр – нуля и единицы. То есть в отличие от десятичной системы исчисления, где у нас есть 10 цифр от 0 до 9 для того, чтобы обозначить число единиц в разряде, да? У нас в двоичной системе исчисления всего лишь 2 цифры, это алфавит, состоящий из 2 цифр, для того, чтобы описать любое число. Но вот смотрите, рядом со мной на стене есть светильник, который включен. Давайте посмотрим, как действует выключатель этого светильника, да? Вот я нажал на выключатель, и лампочки погасли. Включил выключатель кверху, и лампочки снова загорелись. То есть у этого выключателя, который управляет светильником, 2 положения – включение и выключение. Есть ток, нет тока. Да? То, что у нас обычно обозначается вкл-выкл. Да? Вот. Собственно, нетрудно догадаться, что вот этим 2 ситуациям, этим 2 позициям выключателя соответствуют 2 цифры – 1 и 0. То есть сейчас, когда светильник горит, когда мы видим свет, это ситуация 1 в двоичном коде. И если мы нажмем на выключатель книзу, то лампочки погаснут. Соответственно, это будет ситуация 0, ситуация отсутствия сигнала, отсутствия тока электрического. Вот, собственно, вот этот принцип лежит как бы в основе оправдания использования двоичного кода. То есть двоичный код — это прежде всего машинный код. То есть это то, что можно выразить с помощью электрических сигналов. Не так ли? Значит, как мы видим, наличие электрического сигнала соответствует 1, а отсутствие электрического сигнала — это 0. И вот давайте теперь посмотрим, как вот это, так сказать, техническое, физическое знание, понимание работы 0 и 1 можно отобразить математически на бумаге. Давайте перейдем к доске и проанализируем устройство двоичного кода. Итак, давайте займемся двоичным кодом. Прежде всего, давайте проанализируем, как устроены числа. Будем пользоваться тем знанием, которое мы уже получили из анализа десятичного кода. Посмотрим, как можно провести параллели между десятичной системой исчисления и двоичной системой исчисления. Вот у нас есть обычное наше десятичное число. Мы понимаем, что его структура такова. То есть это 7 десятков во второй степени, 1 десяток в первой степени и плюс 8 десятков в нулевой степени. Да? Ну, с показателями степеней мы уже разобрались в разделе, посвященном
собственно, десятичной системе исчисления. Да? То есть здесь я пишу этот результат уже без комментариев. То же самое, в принципе, прослеживается в устройстве двоичных чисел. У нас в двоичной системе исчисления есть две цифры. То есть наш алфавит цифровой состоит из двух цифр – 0 и 1. Два числа, то есть две цифры, да, две цифры. То есть не два числа, а две цифры. Как бы это именно буквы, имеется в виду буквы. Вот. И на них строится весь числовой ряд. Ну, конечно, 0 – это тоже число. То есть это не просто цифра, это и число. И она соответствует в десятичной системе тоже нулю. То есть здесь давайте будем писать наши десятичные числа, наши как бы обычные, привычные, а здесь будем писать двоичные. Единица соответствует единице. Да? Но двойка – это уже разрядное число, и двойка играет такую же роль, какую играет десятка в десятичной системе числения. То есть так же, как 10 в десятичной системе уже выражается двумя цифрами, это 1-0, да? 10 – это уже переход в старший разряд. Нам не хватает цифр для того, чтобы обозначить десятку. Да? Мы используем две цифры. Также и в двойке, в двоичном коде, нам не хватает наших цифр для того, чтобы передать двойку. То есть мы должны перейти в следующий разряд. Соответственно, мы пишем 1-0. То есть это означает, что у нас 0 двоек в нулевой степени и 1 двойка в первой степени. И, соответственно, здесь нужно вспомнить, что единица – это всегда двойка в нулевой степени. Как я уже говорил вот, в разделе о десятичной системе исчисления, любое число в нулевой степени – это единица. Точно так же можно показать, что двойка в нулевой степени – это единица. Соответственно, двойка – это 1-0, и мы помним, что это одновременно двойка в первой степени, если мы пользуемся нашей десятичной системой исчисления. Да, вот здесь у нас идут двоичные числа. Дальше у нас идет тройка. Да? Тройка – это двойка плюс единица. Двойка плюс единица. То есть если мы идем вот по этой логике, то мы видим, что единица в двоичном коде будет единица, а двойка – это будет 1-0. Соответственно, надо вот этому числу прибавить вот это число. Это будет, соответственно, 1-1 в двоичном коде. 1-1. Что это означает? Что в первом младшем разряде, который стоит справа, у нас есть одна двойка в нулевой степени, единица, и в следующем разряде у нас есть одна двойка в первой степени. Да? Это двойка, собственно. То есть это двойка в первой степени плюс двойка в нулевой степени. Собственно, тройка получается. Да? Здесь я, еще раз повторяю, пишу расшифровку, опять-таки, в десятичных числах того, что происходит. Четверка. Четверка – это что такое? Это степень двойки, да? Это вторая степень двойки, это 2 в квадрате. То есть это уже тоже старший разряд, переход в старший разряд. Это ситуация, соответствующая сотне в десятичной системе исчисления. То есть мы уже перешли в третий разряд. Соответственно, это 1, 0, 0. Или 2 во второй степени. Да? 1, 0, 0. Вот здесь вот. Пятерка – это четверка плюс единица, то есть это 2 во второй плюс 2 в нулевой. Пишем 1, 0, 1. 2 во второй плюс 2 в нулевой. Вот здесь у нас стоит 2 в нулевой единице, да? А здесь стоит 2 во второй степени. Четверка. Все, пятерка. Шестерка. Что такое? Это четверка плюс двойка, да? Четверка – это 2 во второй степени, а двойка – это 2 в первой степени. У нас нету двойки в нулевой степени. Соответственно, это будет 1, 1, 0. То есть это 2 во второй плюс 2 в первой степени. Ну, давайте еще напишем несколько чисел. Семерка – это у нас будет, соответственно, 1, 1, 1. То есть 2 во второй плюс 2 в первой плюс 2 в нулевой. Напишем это
2 во второй плюс 2 в первый плюс 2 в нулевой. И восьмерка это 1, 0, 0, 0. То есть мы опять перешли в следующий разряд, потому что восьмерка это третья степень двойки. Да? Двойка в кубе, двойка в третьей степени. Соответственно, это двойка в третьей степени. То есть это ситуация, соответствующая тысяче, да? Тысяче в десятичной системе исчисления. То есть как бы десятка в третьей степени. А здесь у нас двойка в третьей степени. Ну, кстати сказать, внешне это похоже, опять-таки, на тысячу. Да? Вот. Но это не тысяча, это 1, 0, 0, 0. Да? Это восьмерка. Вот. Так вот я просто показал как бы на практике, как переводятся вот, маленькие такие вот числа из десятичной системы исчисления в двоичную. Но вы видите, что двоичная система исчисления достаточно громоздка. То есть для обозначения восьмерки у нас уже используется четырехзначное число. Четыре знака. Соответственно, если у нас будут сотни или тысячи, там будут уже длинные ряды из нулей и единиц. Давайте посмотрим вот с помощью вот этой таблички еще на одну особенность. Сразу ее подчеркнем. Я уже говорил, что вопрос четности – это такой, ну, один из основополагающих вопросов математики. И здесь вот интересно понаблюдать, как обозначается четность в двоичном коде. Ну вот здесь у нас представлены числа, которые, собственно, пока совпадают с цифрами, пока совпадают с нашим математическим алфавитом для десятичных чисел. Да? Мы знаем наизусть, просто из нашего опыта, что цифры 1, 3, 5, 7 и 9, которые я здесь не написал, это цифры, соответствующие нечетности. Да? То есть в младшем разряде, в разряде единиц, они обозначают нечетность для целых чисел. А, соответственно, 0, 2, 4, 6 и 8 обозначают четность в десятичной системе исчисления. Да? Мы это просто знаем. То есть числа, имеющие справа, да, 0, 2, 4, 6 и 8, это числа, заведомо делящиеся на 2. Посмотрим, чему это соответствует в двоичном коде. 0 – это 0, 2 – это 1, 0, 4 – это 1, 0, 0, 6 – это 1, 1, 0, 8 – это 1, 0, 0, 0. То есть каждая цифра, обозначающая четность в десятичной системе, соответствует числу, имеющему 0 на конце. То есть 0 на конце справа – это признак четности в двоичном коде, в двоичной системе исчисления. 0 на конце справа. То есть в младшей вот этой вот позиции, где у нас единицы. Да? То есть, а мы помним, что здесь у нас 2 в нулевой степени, то есть единицы. Да? То есть тем самым мы понимаем, что так как это двоичная система, и, собственно, она строится по степеням двойки, то есть мы укладываем как n-ное количество двоек в наше число, то мы понимаем, что вот сразу отсюда и видно, делится число на 2 или нет. То есть любое число, оканчивающееся справа на единицу, на 2 не делится, то есть является нечетным. А любое число, про целые говоря, да, любое число, оканчивающееся справа на 0, на 2 делится, то есть это четное число. Вот это сразу наглядно видно, и это важно запомнить. Это нам еще пригодится в нашем дальнейшем рассуждении. Теперь просто поработаем еще немножко с двоичным кодом, привыкнем к нему. Давайте возьмем какое-нибудь число, записанное в двоичной системе, и переведем его в десятичный вид. Ну вот, напишем такое вот число. Чему это соответствует в десятичной системе? Ну, это целое число, то есть дробные числа будут также записываться запятой и дальше какие-то знаки. Сейчас мы не будем брать дробных чисел, потому что это достаточно громоздкие уже рассуждения. Нам нужно понять принцип на этом вот первичном уровне знакомства. Здесь у нас располагается двойка в нулевой степени, правильно? Это младший разряд в целых числах. У нас 0 передает 0 отсутствие, поэтому здесь у нас ничего нет в этом разряде. Здесь у нас, соответственно, двойка во второй степени, то есть мы пропустили двойку в первой степени, ее у нас нет. Здесь у нас стоит двойка в третьей степени, здесь двойка в четвертой степени, двойки в пятой степени нет, двойки в шестой степени тоже нет, и есть двойка в седьмой степени.
Вот. И нам осталось просто сложить вот эти значения, то есть это 2 в седьмой плюс 2 в четвертый плюс 2 в третий плюс 2 во второй плюс 2 в нулевой. Чему это равняется в нашем обычном понимании, то есть в наших десятичных числах? 2 в седьмой степени – это 128. В принципе, полезно помнить первые степени двойки, то есть 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, вот хотя бы эти. Кстати сказать, это, в общем-то, соответствует делению в музыке на длительности. То есть целые, половинные, восьмые, 16, 32, 64, ну там 128 уже редко встречаются, но вот, по крайней мере, те, кто занимается музыкой, знакомы со степенями двойки. Значит, 2 в седьмой – это 128. 2 в четвертый – это 16, 2 в третий – это 8, 2 во второй – это 4, и 2 в нулевой – это 1. Итого будет у нас 157. Ну, я заранее посчитал. В принципе, посчитать несложно. 157. То есть вот это число, записанное в двоичном виде, в двоичной системе исчисления, это 157. Вот видите, что такое относительно небольшое число 157 уже будет восьмизначным числом, да, в двоичном коде. Восьмизначное число. То есть у нас 8 знаков здесь, 8 цифр. Громоздкая система. Но если мы помним о том, что эта система используется для машинных кодов, то есть для вычислительных машин, в общем-то, понятно, что компьютеру все равно, с какой длительностью чисел работать, да, компьютеру несложно запомнить все эти длинные ряды, поэтому это удобно в конечном итоге. Давайте теперь обратно попереводим числа. Обратно немножко сложнее, может быть, потому что нам нужно будет делить на двойку. То есть мы должны понять, сколько двоек уложено в нашем десятичном числе. Да? То есть для этого мы должны делить на двойку. То есть мы должны делить на двойку, пока мы все не разделим на двойку. И тогда мы поймем, сколько раз двойка укладывается в наше десятичное число. И тогда мы, собственно, сможем записать наше десятичное число в двоичном коде. Ну, давайте, собственно, используем то же самое число и проведем обратную операцию. Для этого удобно пользоваться делением в столбик, только столбик будет немножко выглядеть иначе, чем обычный столбик при делении. Значит, делим 157 на 2. Соответственно, 157 – это число нечетное, в остатке будет единица. Да? Вот сразу запишем эту единицу в остаток. И если мы от 157 отнимем единицу, будет 156, то есть число четное, делящееся на 2. И если мы разделим 156 на 2, то получим 78. 78 нам также надо разделить на 2. То есть, и мы дальше будем делить на 2, делить. Но вот сразу хочется спросить, а вот эта единица, которая, очевидно, входит, так сказать, в двоичное написание числа, вот эта единица, она где находится? Она находится в начале, грубо говоря, или в конце? Понятно, что мы получим вот это число. Мы должны получить его, потому что это и есть 157. Мы делаем обратную операцию сейчас, да? Но вот эта единица, которая стоит здесь или которая стоит здесь? Ну, ответ, в общем-то, очевиден. Это, естественно, та единица, которая стоит справа, то есть самая маленькая единица, то есть самый маленький разряд, 2 в нулевой. Почему? Потому что так же, как при взгляде на десятичное число мы сразу видим, что это нечетное число, просто потому что мы выучили, что семерка обозначает нечетность. Цифра 7 обозначает нечетность. Также в двоичном коде мы сразу видим, что в конце стоит единица, то есть тоже нечетность. И когда мы делим число на 2, наше число 157 делим на 2, мы сразу получаем результат, говорящий о нечетности. То есть это та самая единица, которая нам говорит о нечетности. То есть это вот эта единица.
То есть это конец числа, то есть оно будет перевернуто у нас, соответственно, да? Вот. Ну, 78 делится на 2 без остатка, его мы пишем, то есть его мы обозначаем, то есть этот результат обозначаем нулем, то есть без остатка делится. И результат деления 78 на 2 будет 39. Вот. И это мы опять делим на 2. 39 нечетное число, соответственно, единица остаток будет 38 минус единица, да? Соответственно, 38 на 2 это будет 19. Что мы опять делим на 2? 19 нечетное число, значит, списываем вниз единицу, остается 18, 18 на 2 будет 9. И мы опять его делим на 2. 9 у нас тоже нечетное число, соответственно, опять единица списывается, остается 8 на 2, 4, да? 4. И мы опять это делим на 2. 4 на 2 у нас делится без остатка, потому что 4 это четное число. То есть, соответственно, под ним мы пишем 0. Остаток деления 2. Не остаток, а результат деления 2. И мы его опять делим на 2. Двойка это тоже четное число. Соответственно, 0. Результат деления это единица. Ну и как бы формально мы должны закончить опять единицу разделить на 2. И мы должны здесь воспринять единицу как нечетное число. Соответственно, мы, если это нечетное число, мы должны написать здесь единицу, но деления уже не будет. То есть результат деления 0. Соответственно, это конец. Вот. И теперь мы должны прочитать вот это число в обратном порядке. Давайте прочитаем. То есть сколько у нас получилось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Правильно, да, совпало. И вот посмотрим. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. То есть вот то самое число и получилось, естественно, да? Потому что, собственно, мы переводили то же самое число.